Решка холодно, Орел жарко. Холодно. Что ж, пообещаем минчанам холодное лето. И посмотрим, напугает ли их несуществующая примета. Есть такая народная примета. Если неделю до начала лета держится ясная погода, как сегодня, то лето будет холодным. Вас это не пугает? Нет. Если жарко не будет, тоже неплохо. У нас сейчас сессия, и нам как бы, ну, лето есть лето, да, но оценки должны быть хорошие. Пройдет по неясную погоду, опять будет хорошее. Как не пугает. Я, может быть, еще поеду отдыхать куда-нибудь и все. Меня не пугает, потому что я рассчитываю путешествовать. И для путешественника любая погода приятна. Самое главное, чтобы в душе была всегда весна, а все остальное абсолютно не важно. Можно и с плохой погодой отдыхать хорошо, главное, чтобы компания была хорошей. Испугает. Дело в том, что в Беларуси вообще погода в большинстве случаев либо холодная, либо влажная. Так хочется погреться, так хочется тепла. В общем-то, погода у нас сейчас хорошая. Если даже и переменится, то это все равно будет приятно. Нет, меня это совершенно не пугает, потому что я знаю, что лето будет теплым. Я в этом просто уверена. Судя по тому, что зима была холодная, то лето будет теплое. Поеду в теплые страны. Повторите еще раз вопрос. Мы отдыхаем зимой. Я думаю, все будет прекрасно, и мы хорошо проведем это лето. Похоже, минчан в первую очередь радует тот факт, что лето начинается. И гораздо важнее погоды то, насколько удачно получится это лето провести. Юлия Барила, Людмила Орлова. Утро. Студия хорошего настроения.